Я приветствую всех из Одессы 24 сентября 2023 года. В 13:08, буквально несколько минут назад, в Одессе и в Одесской области объявили воздушную тревогу. Тревога на данный момент только у нас. Причина воздушной тревоги сообщают о активности вражеских истребителей в акватории Черного моря. Ну, над акваторией Черного моря, если быть точным. Вот. Ну и плюс хочу напомнить, что вчера было, по вчерашним данным, в акватории Черного моря было 3 ракетных корабля с суммарным залпом 24 калибра. Поэтому опасность есть, и на тревогу реагировать необходимо. То есть не стоит игнорировать, пройдите в укрытие, находитесь в безопасном месте и берегите себя, берегите своих близких. Будет обновляться информация, буду сообщать. До встречи, всем пока.